уважаемые дамы и господа, мы начинаем торжественную церемонию награждения победителей и призеров международных соревнований ИСУ Гран-при по фигурному катанию на коньках 2021 Кубок Ростелеком среди мужчин. Ladies and gentlemen, we are starting the award ceremony of the ISU Grand Prix of Figure Skating 2021 Rostelecom Cup in the men's competition. Церемонии награждения принимают участие официальный представитель ИСУ, первый вице-президент ИСУ Александр Лакерник. For the ceremony, please welcome the ISU representative, first vice president of the ISU, Александр Лакерник. Президент Федерации фигурного катания на коньках России, олимпийский чемпион Александр Горшков. And the president of the Figure Skating Federation of Russia, Olympic champion Александр Горшков. Завоевал третье место и стал бронзовым призером Казуки Тамона, Япония. In the third place, the bronze medalist, Kazuki Tomono, Japan. И стал серебряным призером Михаил Калида, Россия. In the second place and the silver medalist Михаил Калида, Россия. Победителя международных соревнований ИСУ Гран-при по фигурному катанию на коньках Кубок Ростелеком стал Морис Виталашвили, Грузия. And the winner of ISU Grand Prix of Figure Skating Ростелеком Cup is Морис Виталашвили, Georgia. Дамы и господа, в честь победителя международных соревнований ИСУ Гран-при по фигурному катанию на коньках 2021 Кубок Ростелеком звучит государственный гимн Грузии. To honor the winner of the ISU Grand Prix of Figure Skating 2021 Ростелеком Cup, please rise for the national anthem of Georgia.
приветствуем победителя и призеров. These are your medalists. Уважаемые зрители, награждение победителя и призера в танцах на льду. Ladies and gentlemen, the award ceremony in ice dance. В церемонии награждения принимают участие официальные представители СУ, первый вице-президент ИСУ Александр Лакерник. For the ceremony, please welcome the ISU representative, first vice president of the ISU, Александр Лакерник. И вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Сергей Кономыхин. The Vice President of the Figure Skating Federation of Russia, Sergey Kononykin. Завоевали третье место и стали бронзовыми призерами Лоран Фурнье Бодри и Николай Сёренсен, Канада. In the third place, the bronze medalist Lohan Skovnievodi and Nikolai Sorensen, Canada. Стали серебряными призерами Шарлен Гиньяр и Марко Фабри, Италия. In the second place, the silver medalists Шарлен Гиньяр and Marco Fabri, Italy. Love is strong.
Победителями международных соревнований ИСУ Гран-при по фигурному катанию на коньках 2021 Кубок Ростелеком стали Виктория Синицына и Никита Косолапов, Россия! The winner of the ISU Grand Prix of Figure Skating 2021 Ростелеком Cup are Виктория Синицына and Никита Косолапов, Russia. Дамы и господа, в честь победителей международных соревнований ИСУ Гран-при по фигурному катанию на коньках 2021 Кубок Ростелеком звучит государственный гимн Российской Федерации. To all of the winners of ISU Grand Prix of Figure Skating 2021 Ростелеком Cup, please rise for the national anthem of the Russian Federation. These are your medalists.